на такой оптимистичной все-таки нотке. Вот там у себя на местах выбирайте правильных губернаторов. Я вам скажу, почему. В Московской области, вот у нас есть наш друг, замечательный губернатор Московской области, Воробьев. Самаре, прекрасный, Азаров, это фамилия. А в Челябинске, вот я только что говорил, там потрясающая детская филармония. Это здание с концертным залом. Каждый стул другого цвета, там синий, красный, желтый. А первые два или три ряда со специальными такими, с подножкой, которые механические. Но если совсем малыш или малышка, то и для них, и они этим очень серьезно занимаются. А в Самаре у нас в прошлом году на откосе Волги, на открытом воздухе был концерт наш. И там, знаете, сколько людей было? 28 тысяч. И никто не дрался. Все так дисциплинированно пришли, послушали, ушли. В Клин 12 тысяч было в прошлом году. То есть надо помнить, что вот я почему и даже фамилии называю, потому что надо, чтобы вот везде были такие губернаторы, как их сломать. И в этом смысле у нас, в общем, движение очевидно, положительно. И надо помнить, что я бы сейчас хотел будет Ровина. Мэра Москвы. А мэр Москвы — это вообще чудо. Столько и зал, и заряд, и вообще это прекрасно. Но надо помнить, что у Моцарта не две симфонии. Но люди знают две. У Бетховена три. Третья, пятая, девятая, но их девять. И у Шуберта тоже немало. В общем, в разных изданиях там или 8, или 9, или 7, или 8. Вот. Почему какие-то произведения становятся, это на ваш вопрос ответ, становятся шлягерами в хорошем смысле? Уже временем проверили, что вот тарарам, да, это Nokia телефон. А почему? Ну потому что у Страдивари не все